котла как раз у нас здесь на объекте. Значит, сделали наладку автоматики, полностью разрешили проблемы. Данную проблематику сняли. Эта котельная в поселке Лунёво обслуживает более 25 домов. За летний сезон здесь провели работы, чтобы зимой у жителей в квартирах было тепло. Сейчас специальная комиссия во главе с Дмитрием Волошиным и генеральным директором ТСК «Мосэнерго» проверяют готовность всех котельных к отопительному сезону. Три котла, да? Да, сейчас пока на одну пустилось, да? Сейчас, в данный момент, нам его хватит. А это уже сходня. Здесь, в диспетчерской, на мониторах видна вся работа этой котельной. У нас все четыре котла, все насосное оборудование, все параметры. Также можно на каждое направление посмотреть параметры сетей. Глава «Химок» Дмитрий Волошин совместно с директором ТСК «Мосэнерго» Сергеем Чубаровым объехали более 11 котельных. Пообщались с работниками на Планерной, Кутузовском, Старых Химках и в других микрорайонах. Всего в составе теплосетевого хозяйства городского округа 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов. Проверяем, какие были выполнены работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, где ремонтировались котлы, в каких-то менялась запорная арматура, промывались теплообменники, менялись задвижки, много разной работы. Также мы проверяем регламенты в случае аварийных ситуаций. Все основные работы на котельных уже проведены. Сейчас в Химках уже начали подключать к теплу школы, детские сады, поликлиники и дома. Владислав Грачев, Юлия Самошина, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.